Доброе утро! На календаре 4 июня Православная Церковь сегодня вспоминает мученика Василиска. А по народному календарю нельзя было ничего сеять, потому что вырастут после этого только васильки и полынь. А рожь нельзя было сеять и подавно, дабы не разбудить чудовище Василиска. После чего наступят большие беды, девушки будут дурнеть, вода из колодцев уйдет, земля станет бесплодной. Василиск – это большой-большой змей с диадемой на голове, от взгляда и дыхания которого умирает все живое. А боится он только своего отражения и крика петуха. Не бойтесь ничего, все будет хорошо, мир, любовь. Обнимайте любимых чаще.